А я вот, например, любимая моя песня, которую я слушаю вот иногда, у меня просто мурашки по коже, это, конечно, «Марсельеза». Вот когда собирается на трибунах. Неожиданный выбор. Просто, знаете, вот когда они поют «Марсельезу», это что-то... Это просто фантастическое что-то. На давай, трибунах. Давай, мы сейчас Михаилу давайте, ставим. Дайте, для меня. Давайте. Allons enfants de l'éternel la stratégie. Давайте определимся с тобой. О, вот это хорошее. Итак, друзья, вот я Михаила. Специально звучит эта песня. Вставай, балда. Allons enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Enfant de nous, donne compagne. Fugir ces féroces soldats. Il vient jusque dans nos bras. Égorger nos fils et nos compagnes. Потому что в школе учили. Браво! Прекрасно! Я надеюсь, сейчас к нам присоединилось несколько сот коммунистов. Во-первых, к нам присоединилось посольство Франции. Начнем с этого. Сейчас немного сделали им утро. Спасибо, девчонки. Конечно, когда поют тысячи болельщиков мужских это вот лучше, на трибуне, да, это звучит, конечно, немножко тревожнее, немножко вот как-то более пронизающе.